Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Обширный старый циклон занимает север Урало-Сибирского региона. И только его грозовая фронтальная ложбина между Иртышом и Обью заходит на юге в восточный Казахстан. Далее более подробный прогноз. Во вторник, 20 августа, в Новосибирске ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный со скоростью 2,7, порывы до 14 метров в секунду. Ночью плюс 13-15, дневная температура составит плюс 21-23 градуса. А теперь прогноз на последующие двое суток. 21 августа дожди с грозами. В ночное время плюс 13-15, днем ожидается 20-22 градуса выше нулевой отметки. 22-го погода без осадков. В темное время суток от плюс 12 до плюс 14, в дневное время столбик термометра покажет плюс 21-23 градуса. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом все. Желаю хорошего настроения.